Найромантичніша прем'єра осені. Усі вони особливі. Я уродик. У мене намалі ноги, по три пальця на руках. Мій зріст 1,37 м. Попали в аварію, я розірвала спину. Я дійсно один-єдиний, не кажу, що на білому світі. Вони самотні. Криваю називати. Чупакабра, чудовище, ведьма. Надеюсь, в отношении любви к тебе. Когда в жизни ты не знал любви. Я плакал каждый день. Это очень больно и обидно. Але кожен з них потребує кохання. Я хочу, чтобы у меня была, наконец, девушка, с которой смогу познать любовь. Не то ты там хочешь. Каждого душа мне своя половина. Я вірю в любов. Експерти, психолог Наталя Холоденко та лайф-коуч Борис Пахоль зроблять усе можливе, аби підібрати половинку кожному. Вона дуже красива. Дуже. Щопрограми ви побачите дві історії кохання. У героїв буде лише два побачення, на яких вони переживуть найяскравіші емоції свого життя. Це було просто невероятно. На этом моменте просто хочется молчать и наслаждаться. Я хочу подарить тебе весь мир. Круто! Я щаслив! Аби отримати омріяне кохання, кожен із них пройде непростий шлях. Мені вже все одно. Все! Любой дождь, вот такой он за собой ведет. Чи знайдуть вони свою половинку? Я делаю свой выбор. То есть, да. Есть у нас одно но. Я не знаю, что ты решила. Но я знаю, что я решил для себя. Я буду говорить правду. Прости. Как ты считаешь, у нас что-то получится? Подожди. Двадцятирічному Івану Чеповді фатально не щастить в житті. Причину особистих трагедій з'ясовуватимуть експерти Наталя Холоденко та Борис Пахоль. Здравствуй. Мене звуть Ваня. Мені 20 лет. Ти давно на коляске? Скоро буде 3 роки. Що іменно произошло? Захотілося нам чуть-чуть погуляти з друзями. Ми поїхали в Суми. Мені тоді було 17 лет. Я делал все, что мне хотелось. Я мог просто ехать на озеро, забрать там несколько девочек, машин, друзей, снимать все озеро на прокат. Тусить в клубе, разбивать все, что я хотел, пить охрану. Звоню папе, все решают без никаких последствий. Пафосный мальчик, которому можно все, и за это ему ничего не будет. Ну, в общем, я так понимаю, жизнь была классная, веселая. Да, веселая, не скучная. Ты был, конечно, любимчик, наверное, у девушек. Да. Сколько девчонок за тобой увивалось? В десятках, нужно говорить. В десятках? О десятках. Ох ты, сердцеед, Ваня. И мы решили добавить адреналина в нашу будную жизнь. Мы сняли опять же машину, сняли Evolution Mitsubishi. Очень большой дождь был. Ливень нереальный. Машина очень быстро начинает ехать. Просто прижимает сидушки. Ну, как я успел заметить, спидометр было 260. Просто реально летели. Машину, получается, развернуло, просто-напросто ее унесло. Она сделала 17 или 18 оборотов. Водитель, он умер сразу на месте. Ее там просто провала на куски, и меня разорвало спину. Понял я, что мы попали в аварию, когда ко мне подошли работники со скорой. Вы чувствуете ноги? Если говорит «да», моргните два раза. Если нет, моргните раз. Я не чувствовал ни рук, ни ног, ни своего тела. Я только мог шевелить глазами и, может, чуть-чуть шею. Мне нельзя было говорить, потому что у меня легкие были полностью все забиты кровью. Когда приехала мама, мне просто было больно за нее, реально, потому что она приезжает, смотрит.
на что она смотрит. Нельзя это назвать человеком. То есть у тебя было такое чувство вины? Я был виноват в этом. Меня никто не заставил никуда ехать. А как твоя жизнь изменилась до и после? Я начал встречаться был с девочкой, как раз это было две до аварии. Она просто сказала, ты овощ. Ты больше мне не интересен. Чувство то, что тебя бросили, оно присутствовало всегда. Ко мне не пришел тот мальчик, который сидел на переднем сиденье. Мальчик, который сидел со мной сзади, так же само не приходил. Это тоже был такой кусочек того фундамента, который заложила мне какую-то ненависть к людям. Веришь ли ты в то, что существует девушка, которой не безразлично твое горе? Если бы я не верил, я бы с вами не сидел. Какая она должна быть? Не важно, чтобы этот человек был симпатичен, чтобы мне нравился. То есть лицо, то есть все остальное. Мне просто нравились красивые, с грудью, симпатичные, там, ухоженные, сексуально одевалась, чтобы я шел с ней где-то гулял, на нее все смотрели. Это ты рассматриваешь вариант того, что твоей девушкой может быть девушка с какой-то подобной историей, как у тебя? Нет. То есть ты хотел бы здоровую? Физически, скажем так. Может заикаться, может неправильно буквы «Р» говорить. Но физически человек я бы хотел здоровый. Потому что как минимум это будет не то, что мне тяжело, а ей в два раза больше. Ты пробовал? Откуда ты это знаешь? Был такой опыт, когда я был на море. Я там познакомился был с девочкой на коляске. Не получилось. Не получилось было... из-за коляски? Нет, у него был мальчик. Это была одна причина, а другая причина, это было действительно сложно. Она тебе понравилась? Да. Но я понимал, что вот это неправильно. Нужно сесть в машину. Я сажусь сам в машину, она садится сама в машину. Элементарно даже некому поставить коляски. Можете нанять человека, который будет это делать? И он будет жить с нами третьей семьи. Хочется, чтобы была физически здоровая девушка, более искренняя, да, не меркантильная. Но таких девушек ты не видел, в принципе, в жизни. Я хочу, чтобы вы как-то в это мне помогли или хотя бы вставили частичку ту, чтобы я поверил в то, что они есть. Хорошо, мы попробуем помочь тебе в этом. Спасибо. Ваня очень интересный парень. И немножко вот с девушками мне непонятно. Ну, хочется ему вот эту красивую картинку повысить свой статус за счет того, что да, я на коляске, но со мной рядом куколка. При том, что куколки не раз уже предали. Ване было бы полезно попробовать построить отношения с девушкой, которая пережила такую же боль, как и он. С другой стороны, здоровая девушка сможет дать ему мотив встать на ноги, продолжать бороться со своей болезнью. Я думаю, что стоит его познакомить с двумя девушками. Одной полностью физически здоровой, красивой, вот той, о которой он сейчас мечтал и проговаривал, а другой девушке тоже более душевной, может быть, и так далее, но, может быть, с такой же проблемой, как у него. И уже пускай его сердце делает выбор. Психологи дійшли згоди. Першою, хто піде на побачення з Іваном, буде ось ця чарівна красуня. Меня зовут Юля, мне 20 лет. Разносторонняя личность. Маникюр, педикюр, какой-то массаж, какие-то маски, пилинги. Я считаю, что девушка должна выглядеть красиво. Девочка должна быть в юбке, в платье, девушка должна быть ухоженная, у нее должна быть всегда укладка, какой-то чуть-чуть макияж. Я работаю над собой ежедневно, но это очень много времени уходит. Поэтому я знаю, чего я достойна. И я соответствую тому типажу мужчины, которого я хочу видеть рядом с собой. Я не чувствую недостатка там мужского внимания, мужских комплиментов, но... Бывает, когда, допустим, мужчина со мной знакомится, ты чувствуешь себя как приложение. Такая вот красивая игрушечка к моему красивому костюму. Я верю, что все равно есть мужчина, который меня искренне полюбит, и я ему в 10 раз больше отблагодарю. Общие каноны – это не для меня. Я не считаю, что если человек физически ограничен в каких-то возможностях, он инвалид. Вот если он для меня красив – все,
он красив. Как для других, это не важно. Юлія пишить здоров'ям і красою. Хвилюватися їй немає чого. Тож вона впевнено направляється на зустріч із Іваном, який вже чекає на неї. Я завжди себе уверена, тому ніяких волнень не було. Волноваться поводом я не була, тому що це вже не перший раз, коли я знайомлюсь з дівчинками. Я себе був уверен. Привіт. Привіт. Ваня. Юля. Приятно. Это тебе. Спасибо большое. Что, ты как добралась? Замечательно. Ну, правда, немножко жарковато. Жарковато? Да. Ну, это же лето. Жара, я просто жару не люблю. Купальники, озеро. Визуально, если смотреть, да, она красивая, ну, симпатичная она. Что будет дальше, покажет время, покажет общение. Ну, большая часть меня верит в то, что будет все хорошо. Смотри, что мы делаем дальше вообще? Просто есть же определенные моменты, которые ты хотела сама. Обычно мальчик решает, что мы делаем дальше. Ну, я понял. Ну, я, например, люблю кататься на картинге. Не знаю, будет ли тебе удобно на каблуках и в таком коротком платье. Окей, поехали. Поехали? Да. Все, отлично. Хотела четыре раз подчеркнуть том, что то есть я, как и все остальные люди, то есть ничем от них не отличаюсь. Мне когда сказали карты, я, о, это американский фильм, там машины-тачки, красные, натертые, блестящие, там все такие красивые. Я там выйду в таком красивом костюме, у меня волосы будут развиваться. Приезжаю, три разбитых кирпича, непонятное здание, и какие-то две такие бзюкалки стоят, типа, и мне туда садиться. Не, ну мне просто интересно, ты сейчас серьезно? Ну, конечно, серьезно. То есть это не прикол, да? Это не шутка, то, что мы катаемся на вот, вот этом. Ну, конечно, нет, я еще на лавочке тебе говорил, что мы с тобой будем идти кататься. А тебе нормально все со зрением? Со зрением, да, а что такое? Ну, ты представляешь, как я буду в этом платье, в этих каблуках ездить? Да оно грязное, кто там сидел, вообще для меня непонятно. То есть, когда ты садишься в маршрутку, а я не тебе езжу все равно, кто там сидел. Хорошо, в такси. Не ездишь в такси. Нет. Ты начинаешь сейчас выпендриваться. Я не буду, я испачкаюсь. А я не испачкаюсь. Так ты мальчик. Тебе приятно, блин, общаться с девочкой, которая вообще грязная или что? Я с 7 утра, блин, собиралась, сделала себе маникюр какой-то, укладки, чтобы выглядеть нормально, как девушка. Если ты себе ищешь девушку, которая как мужик будет кататься с тобой в картах, так, блин, езжай, ищи какую-то Галю, Петю, Васю, понимаешь, чтобы она с тобой каталась в каком-то наряде с этими курицами. Давай мы тебе шалом наденем. Шалом, у нас есть инструктор? Да, шалом? И я потом, как есть. Мокрая курица, выйду, я себе делала укладку, чтобы одеть шлем. Откроем тебе окошко на шлеме, не будет ничего мокрого, все будет отлично, у тебя и будет воздух, понимаешь? Продувать. 40 градусов. Мы с тобой когда общались, я тебе что сказала? Я не переношу жару, мне очень плохо. То есть нам сейчас нужно уехать в Антарктиду, чтобы было минус 30, да? Нет, нам нужно просто поехать в ресторан и пообщаться. Как я могла сесть в эту машинку, еще одеть этот, извиняюсь, скафандр, чтобы у меня вообще 60 градусов, у меня поднялось давление? Ты не отвечаешь за свои слова. Я на коляске, а я с тобой согласен кататься в 40 градусов. А при чем, что ты на коляске? Это не минус твой, мы с тобой на равных. Это же самое, что я бы тебя пригласила. Пойдем сделаем маникюр, депиляцию и шугаринг. Ты бы пошел? Честно? Да. Пошел бы. Мне пошел интересно, бы, что да? со мной. И сделала бы, что такое шугаринг бы себе сделала, да? Глубокое бикини сделала бы. Я говорю, а мне это интересно. Я это делаю каждый бикини день. Глубокое? Да, делала. Я тебе предлагаю делать глубокое бикини. Подожди, это мой интерес. Глубокое бикини делать, шугаринг. Это чем я ты люблю, занимаешься, парень, если твой интерес я люблю, должен разделять бикини. Мои интересы. Я тоже хочу, чтобы у него было глубокое бикини. Мне нравится, когда у меня там не, все просто гладко. Зачем ты это делаешь? Вот, когда тебе там что? Гладко. А, что ты несешь вообще? Кому там было интересно, гладко у него или не гладко, у него все глубоко или не глубоко? Все, я понял, не буду тебе больше уговаривать. Ты по-любому сейчас останется ждать меня на жаре, пока я буду кататься. Я покатаюсь, и потом мы пойдем с тобой в ресторан. Просто пафосная стервочка. Все. Такого я еще не видела. Да вообще. Да вообще. Не, ну мальчик, ну я не знаю, ему весело, он, я очень рада.
злоба, ему так весело. Он мне теперь просто должен, просто-напросто. Я сидела на той жаре, смотрела, как он резвится с этими машинками. Ну, а теперь он делает то, что я хочу. Мы пойдем в ресторан. Все, ничего больше не обсуждается. Не обговорюється, так не обговорюється. Для Вані не проблема провести Юлю до ресторану. А от для Юлі просто зайти до нього з Іваном стає проблемою. В чому прикол? Може ти позовеш, щоб мене забрали? Позови офіціанта, щоб мене забрали. Офіціанта потрібно позвати? Да. Що? Мені потрібно щось робити? Вы что гоните? Я вся из себя, я такая фифа, такая нереальная. Ну, если бы я просто не крикнул, я просто остался на улице. Официанта позови, чтобы меня забрали. Официанта позови, чтобы меня забрали. То есть мне нужно зайти, да? Да, да, заходи. Я растерялась сразу же, когда он оказался внизу, а я вверху. Я понимаю, что он должен как-то подняться. И он мне что-то говорит, и у меня в этот момент начинается такой ступор какой-то стрессовый. Здравствуйте. А вы не могли бы там молодому человеку помочь заехать? Просто у нас на коляске, да? Конечно. Здравствуйте. Можете мне помочь, да? О, отлично. Еще раз. Все, отлично. Допускайте, я уже сам. Очень глупо получилось. Просто никогда действительно не сталкивалась с таким. Я сразу хочу извиниться за вот эту вот глупую ситуацию, которая там у меня получилась. Ну, я просто честно, у меня такое иногда, когда у меня стрессовая ситуация, у меня ступор, знаешь, наступает. Mm-hmm. Она это сделала для того, чтобы просто показать, что вот я все-таки думала о ком-то, и чтобы плохое о него не подумали, репутация не понизилась. И чтобы я тебя слушал, тебе доверял, тебе сочувствовал, нужно постараться. Просто из твоих слов, что ты там ла-ла-ла, тополя, так просто это не получится. Мне, да, сложно все, но я как пыталась тебя поддержать еще как-то. Да, возможно, как-то у меня не получилось, но я относилась искренне, я не играла, я делала это так, как у меня, ну, так, как я чувствовала, так я и делала. У меня тоже был момент, извини, когда я хотела покончить жизнь самоубийством, понимаешь, я говорила родителям: мама, я не хочу жить. Я просто месяца 3-4 не могла вообще встать с кровати, потому что я встаю и падаю в обморок. У меня были проблемы со здоровьем, как по неврологии. Ну, с нерва, с головой связано. Достаточно серьезно как было. Ну, могла умереть просто, да. Или просто какой-то психический овощем каким-то стать. Ну, там, мама плачет, это понятно, да? Но я вижу, как плачет мой папа. Потому что он понимает, что вот, ну, ничем мне не может помочь. Я там, ну, как бы я даже не могла выходить из дома без мамы. Потому что я боялась, что я выйду, мне сейчас станет плохо, я упаду, и я умру просто. Кроме моих родителей, меня никто не поддерживал. Ну, ту ситуацию, что она мне рассказала, ну, даже не то, что удивила, поразила. Я бы хотела, ну, то есть извиниться перед тобой, в чем-то я сегодня был неправ. Мне приятно то, что ты увидела меня такой, какая я есть, да, а не такой, как там, внешняя оболочка, и как я кажусь людям, да. Спасибо тебе большое. Тебе тоже спасибо. Чувства у меня какие-то неопределенные. То есть я не могу сказать, что да, это мой человек, я не могу сказать, что это не мой человек. Действительно, мне показалось, что он не настолько плохой и не столько у него понтов. Просто, мне кажется, из-за его жизненной ситуации он очень сильно закрылся, и из-за этого он всех отталкивает. На цій сумній ноті ми залишаємо Ваню. Але ненадовго, бо те, що буде далі, потрібно побачити усім. Як відреагує хлопець на другу дівчину, яку підібрали йому Борис та Наталя? І що буде, коли дівчата усвідомлять, що вони суперниці? Тим часом до Наталі та Бориса поспішає Олексій Митрофанов. У свої 39 років чоловік вже втратив надію самостійно налагодити особисте життя. Добрий день. Очень приятно. Алексей, 39 лет, интеллектуал. В свое время играл в «Что, где, когда». В последнее время увлекся больше психологией, гармонией, раскрытием человека. То есть мне очень нравится раскрывать людей.
IQ у меня достаточно высокое, 192 из 210. Чуть поменьше, чем у известного игрока, что где когда, Александра Друзья. И где-то вот на уровне Исаака Ньютона, но в то время не мерили IQ, поэтому уровень непонятен. Ты прям выпалили, вот у меня ощущение, что вот передо мной сидит уже чуть ли не профессор, да, как минимум кандидат каких-то наук. Вы вообще с чем пришли к нам? Я, ну, можно сказать, 39 лет одинок. Серьезных отношений не было. То есть нет детей, никогда нет, не были женаты? Нет, с девушками не получается. То есть их было не больше трех. Это за 39 лет? Да. Всего три было? Всего три. Первые мои отношения были еще в школе. Это была одноклассница. Она мне нравилась, но я ей не нравился. Вторые отношения у меня уже были после 30. Ну, я тогда почувствовал свою неопытность. Третьи отношения у меня были уже в 34 года. Мы с ней целовались. Но она сказала, я не вижу от тебя решительности, потому что до тот момент я еще был девственником. Со скольки лет вы сексуальную жизнь начали? 34 года. 34 первый был секс? Неудачный. Подождите, в 34 года... Подожди секунду, ну давай же... Нет, в 34 года у вас был первый раз секс? Да. А как вы до 34 лет? Реализовывали эту потребность. А как реализовывать? Ньютон вообще всю жизнь, сколько ему лет? Вы в 68, по-моему, умер, он всю жизнь без секса. И может, что? Он мужчин любил, мы ж не знаем. Да нет, он нормальный мужик был. Смотрите, давайте все-таки про первый секс. Тут девушка говорит, ты знаешь, я тебя хочу. Ладно, я сдался. Мне тем более стыдно. Почему стыдно? Когда вот этот вот секс происходил, я и водичку попивал, у меня изначально не все получалось. Это было, извините, как вот человека загнали на олимпиаду по математике, а он совершенно не знает математики. Сердце просто готово было выскочить. Я стоп, остановитесь, я не понимаю. Вы говорите метафорами. Был половой акт? Ну да. Вот он был, вы пили водичку, как это долго, я имею в виду, ходили пить водичку. Вы да, всю пил ночь... водичку, даже два раза просто вырвал. Мне не хотелось. Вырвали? Да, мне просто не хотелось. В смысле вырвали? Меня тошнило. После чего? Она разделась, меня стошнило. Проститутка была? Нет, конечно. Так, случайное знакомство. Вы понимаете, что есть признаки того, когда человек говорит неправду или не совсем правду? Конечно. Мы с Борисом профессиональные психологи, и мы действительно хотим вам помочь. Поэтому, когда вы говорите не совсем правду, лично я это очень вижу, думаю, Борис тоже. Что значит вот это движение, мимика? У меня просто зачесалось. Ваше тело полностью противоречит тому, что вы говорите. Вы о сексе говорите вполне спокойно. Вы откинулись назад и сделали такое поднимающее движение тазом. Но это бессознательное. То есть я не могу понять, почему вы так стесняетесь признать, что да, я хочу видеть голую женщину, я хочу с ней секса, мне это нравится. Можно ли сказать, что вы боитесь женщин? Я боюсь, что не получится наше знакомство на каком-то этапе, нам придется расстаться. На этапе секса? Ну, на этапе секса в том числе. Я боюсь отказа. Если у тебя не было хорошего секса, все девушки отвернутся и скажут, да пошел ты в это. Если у меня не было постоянных взаимоотношений, не был женат, девушка спросит, сколько мне лет, там 39, и скажет, значит, ты вообще не способен к браку. Вам 39 лет. Ну, пробуйте. Ну, почему не пробовать, грубо говоря? Вы хотите свою семью? Да, конечно. Я устал быть один. Хочется, чтобы рядом был родной человек. Я очень редко припоминаю, когда мне говорили, я тебя люблю, ты мне нужен. И вот где-то после 35 я более чем начал чувствовать одиночество.
все-таки есть реальные страхи. Да. Отношений и конкретно секса. Я думаю, что с этим вопросом стоит разобраться. Тебя нужно отправить к специалисту, хорошему специалисту, и убедиться точно, что нет никаких отклонений от нормального сексуального поведения. Поход к сексологу необходим, а мы с Борисом подумаем варианты, и мне кажется, что нам удастся помочь. Хотелось бы. До новых встреч. Главное, до свидания. Спасибо. До свидания. Ну, может быть, действительно у него проблема. Да нет у него никакой сексуальной проблемы. Но ты же сам видел, что как только мы начинаем говорить про женщин, про секс, про обнаженное тело, по телу, по его физиологическим реакциям, он возбуждается. То есть, и мне кажется, это просто уже стало его привычным каким-то способом жизни. Возбудился, подавил, возбудился, подавил. Я хочу понять одну вещь. Откуда вот этот вот запрет на сексуальное желание? Вже наступного ранку Олексій відправляється до сексолога. Перед походом к сексологу присутствовало трепетное волнение, что я не сделал. Я боялся, что услышу то, что у меня вообще может не получиться секс с девушками. Рассказывайте про проблему свою. У меня не было ни одного вообще удачного секса. Попытки были? Попытки были, но называем это просто попытками. Реальные попытки? То есть вы пробовали сблизиться с женщиной или только думали об этом? С теми, с которыми я хотел, так. У меня ничего не получалось. Ну, то есть я не доходил до этого. А с кем-нибудь получалось что-нибудь? С кем-нибудь, я же говорю, но это именно что-нибудь. А то что есть, это было? Расскажи. Когда они раздевались, так. У меня был рвотный рефлекс всегда, с самого начала. Просто вырвал. Мне не хотелось. Вырвали? Да. Ваше тело полностью противоречит тому, что вы говорите. Вы откинулись назад и сделали такое поднимающее движение тазом. Вы смогли войти в женщину? Не с первого раза и вообще. И сколько длился половой акт? Ну, где-то минута. У меня было такое, то есть девушка разделась, я подошел, у меня встал член, все встало, но я туда не совал, потому что я не захотел. То есть не было введения половых? Не было. Вот этой минуты не было? Не было. Не было. Да, я скрыл от экспертов полную правду. Я не сказал, что да, я полный девственник. Далеко не все люди это поймут, особенно мое ближайшее окружение. Они скажут, что я идиот полный и просто мне перестанут звонить. Після такого зізнання сексолог має неодмінно з'ясувати, чи то наш герой має сексуальні розлади, чи йому просто не пощастило з жінками. Скажіть, у вас є утренні ерекції? Присутствує. Да, хорошо. Яке максимальне кількість семізвержень в сутки в вашій житті було? Чотири. Чотири. Значить, середня полова конституція. Є те, що ми називаємо синдромом тривожного ожидання сексуальної неудачі, і поки ми більше нічого не знаємо. Найбільш адекватним в даному случае буде проведення так званої лібідометрії. Олексій дивитиметься фільми для дорослих, а спеціальний пристрій тим часом фіксуватиме реакцію його мозку. Якщо чоловік збуджується, все в порядку. Якщо ж ні, це означатиме, що про побачення Олексію можна забути. Натомість потрібно буде лікуватись. Та дівчинка красива, звісно. Доктор старався. Если бы была блондинка, было бы еще лучше. Но вам не угодишь. Анализ сданий. За кілька хвилин лікар оголосить результати тесту. Саме від них залежить, чи здійсниться найзаповітніша мрія Олексія – побудувати повноцінні стосунки з жінкою. Я просто старався взагалі не думати об этом, тому що іначе б я просто сходив з ума. Когда вы смотрите эротическую картинку, мозг отвлекается значительно больше, примерно в полтора раза. У вас проблем с половым влечением нет. Ну, я очень рад. Камень с души упал. Добрый путь. Спасибо. Я очень облегченно вздохнул. Я готов дальше двигаться. Похід до сексолога підтвердив здогадки психологів Бориса і Наталі. Проблема Олексія не у фізичних відхиленнях, а у невпевненості в собі. І вони добре знають назву ліків від цієї хвороби – кохання. Його задача зараз – просто пережити опит отношений, хоч одномісячних, хоч однодневних. І це вже буде прогрес. Його треба повернути, так сказати, з космосу на Землю. Да, і в цьому сенсі жінка має бути предельно земна.
Короче, ему нужна такая мамочка, которая его возьмет, прижмет и отлюбит в теплом месте. У меня есть одна кандидатура, которая может подойти на... Она активная? Она очень активная. Веселая? Жизнерадостная. Она его возьмет так? И полюбит. Меня зовут Сычко Марина, мне 32 года. Я из города Днепропетровск. Дама с формами, причем такими. Довольно-таки шикарными. Я всегда на позитиве и продолжаю вести активный образ жизни. С девочками мы когда собираемся, так вот чисто девичником, мы часто забуриваемся в караоке и начинаем распевать все, что попадается под руки. У меня есть такая страсть – это скорость. Хорошая музыка, большая скорость – все. Мне вообще в этой жизни больше ничего не надо. Личную жизнь не получается построить. Чаще всего мы просто не сходились с характерами, либо же люди врали. У меня были отношения, причем даже не верила, что так бывает в жизни. Я начинала фразу, он ее заканчивал. Это ощущение, когда вот человек, не то что твоя вторая половина, как будто бы твой отделенный там какой-то сиамский близнец. Ну и потом оказалось, что женат, у него есть дети. Я, по-моему, до сих пор это переживаю. Я верю в любовь. Мой избранник, он должен быть неординарным, креативным. Самый сексуальный орган у мужчины – это, конечно же, его мозг. Для меня очень важен мужчине интеллект. Да, я уже хочу семью. Какого-то такого уюта, спокойствия. Возможно, я беситься перестану. День першого побачення настав. Олексій страшенно хвилюється перед зустрічю із жінкою. Він рішуче налаштований справити приємне враження. Тому сьогоднішнє рандеву продумав до дрібниць. Я чекала Джонні Деппа, можливо. Ну, як-то не вийшло. Я ожидал увидеть девушку своей мечты, достаточно миленькая, симпатичная, худенькая, чтобы я мог заняться с ней хорошим гармоничным сексом. Носки? Почему носки? Ну зачем надо было одевать носки? Какой ужас! Мне хотелось почему-то убежать. Я и прошла мимо. Привет. Ну, я же понимала, что он меня ждет. Поэтому я решила вернуться. Меня зовут Марина. Алексей. Очень приятно. У меня первая реакция была «Ого!». Что же, а это уже сюда? Я не знаю, надеюсь, да. Я понял, хорошо. Это тебе. Спасибо большое. И приглашаю тебя в это чудное заведение. Интеллектуально-романтическое. Ой. Да. Побачення в бібліотеці у Марини ще точно не було. Та чи оцінить жінка вигадливість Олексія? Я був уверен, що дівчинка до цього не бувала в таких містах ще, і що це буде для неї достатньо цікаво і унікально. Він сів і от прямо так от толкнув цей столик, чай розлився. Ну, это вот поставила галочку такую маленькую, знаете, так неуклюжесть. А чем занимаешься по жизни? Какие интересы? Я читаю, я вожу машину, я люблю животных, я вышиваю.
Я люблю футбол. Путешествия, вот любишь такое? Да. И дернул же меня вообще какой-то черт за язык сказать, что ты любишь. Ну, а моя вся антология вот в небольшой стопке бумажек. Это грант ИСЭП, Международный фонд видеоджиня. Сдал экзамен на Microsoft профессионала, 1С. IQ у меня 198, то есть из 210. Что, я лохом себя перед тобой чувствую? Да нет, все нормально. 156 каких? Не, ну, на этом свидании для меня было главное рассказать о себе как можно более полноценную, цельную историю. А что, пусть знает. Да все начиналось вот школьная математическая олимпиада, 4 класс. Вообще дети обычно в 6 классе участвуют в олимпиадах. Я должна была упасть там, о мой бог, ты вообще в 4 классе был бесподобен. Школьная грамота 4 класса, это вообще взрыв мозга. А меня со школы выгоняли. Ну и что, нормально. Капец. И вот в институте я решил быть троечником. Но не получилось, но не получилось. Все-таки когда у человека... Я сомневался. Мне показалось, что, послушав мой рассказ о моих достижениях, о том, чем я занимаюсь, Марина в меня влюбилась. Я это увидел по достаточно живой реакции. В 2011 году я пришел на актерский курс. Маэстро. Тут я певец, тут я лауреат, тут я у меня, короче, грант, тут... Жесть. Последние мои 2 сертификата – это биоэнергетика. Колдун! Одну из техник мы поработаем прямо сейчас. Берем книги. А до этого загадываем подсознанию, что будет, например, сегодня. Что будет сегодня? Отлично. Пусть будет 66-я страница, 6-я строка. Мы точно не знаем. И все? Кажется, никакой такой тетки домовладелицы у Грибоедова и не было. Интересно. Ля-ля-ля, 77-я страница, 7-я строка. Ты посмотри, тетенька. Электронно вылетающих с определенной скоростью. Класс. Это означает, что это соответствует волт определенно. Кто бы сомневался? Короче, будут сплошные электроны. Что интересно, тут написано, что любой человек должен когда-нибудь в жизни сделать фото своей ауры. Давай сделаем фото твоей ауры. А давай. Отлично. Идем. Побачення набирає обертів. Олексій приводить Марину до езотеричного салону. Тут він планує застосувати всю свою важку артилерію. Моя девушка должна понимать, что я этим в том числе занимаюсь. Я восприняла это, можно даже сказать, с энтузиазмом. Это было интересно. Поначалу. Уложим левую руку сюда. Начинает сейчас снимать. Фото ауры. Опа. Угу. Ще мить, и Марина дізнається про себе багато нового. Трансцендентный пришелец из другого измерения, живущий по другую сторону от физической реальности. Это что значит? Уровень энергии. Для человека достаточно 200 тысяч. А у меня вот, сколько? А там 400 тысяч. Энергетический донор. Человек меня сегодня доводил до истерики в плане, вот я ржала. 7-я чакра, которая находится 8 миллиметров над головой, то есть так называемая антенка. То есть у меня на 100% открыто, то есть вся информация, которая приходит из космоса, да, вот она там как бы формируется. Инопланетянчик. Он реально получает откуда-то из космоса вот эти вот свои сигналы. Простите, порвало! Таких незастыковок у меня вообще в жизни никогда не было. Та сміється Марина дарма. Олексій виявив у неї серйозні проблеми. Перша чакра відкрита лише на 50%. Первая чакра – это чакра денежная, это чакра сексуальности, меньше 50%. Нет удовлетворения от секса вообще. То есть и не до секса, и вообще был ли секс. Вот, то есть вот такого вот состояния. Бывало, да? Конечно. На мой вопрос,
А как у него с этой чакрой вообще? Он сказал, что все нормально. Возможно, конечно, он там половой гигант какой-то. Но визуально информация не подтверждается. Так что вот поэтому первую чакру мы и начнем раскрывать. Первую? Да. Рисковый ты парень. Некоторые чакры были ниже 50%. А как специалист я не могу такого допускать, чтобы у человека были закрытые или полузакрытые чакры. Найдосвідченіший спеціаліст із езотерики розпочинає відкриття напівзакритої чакри Марини. Вот я сейчас показываю. И вот здесь я чувствую, как у меня мурашки по телу, и пошло вот фейерверк, вот отсюда пошло. Когда я поняла, что вот он реально это все воспринимает всерьез, вот у меня глаза полезли просто на лоб. Предлагаю вот сразу перейти к физическим методам, позвоночное дыхание. А вот мне уже страшно. Мы должны пройти вот сверху по позвоночнику вниз. Вот эти вот. Пока волосы не вырывай, ты у меня волос вырвал реально уже третий раз. Уходим вниз, волосы не вырываем. И вот на уровне за ребрами по бокам уходим вниз и все. То ли он меня бесит, то ли он вообще первый раз к бабе вообще притрагивался в этой жизни. Олексій застосовує останній, самий дієвий спосіб відкриття першої чакри. Можливо, саме він переконає скептично налаштовану Марину. Бачиш цвіти? Мені цікаво, що буде далі. Я такий, я любитель екстриму. І от, якщо вони зверху, от, лахаухати будуть. От, смотри. Приємно, так? Когда женщина видит вот это осыпание и такую вот цветастую гармонию, то у нее происходит гармонизация внутреннего и внешнего мира. Воды мне на голову налил, капец какой-то. Вот так. Как тебе? Я так наржалась за сегодня, тебе серьезно говорю. А я как тебе? Ты футбол вообще смотришь? Да. За кого болеешь? За Динамо. То есть с тобой можно, кроме вот этих вот всех точных наук, да, там, с твоей эзотерикой, поговорить еще о чем-то другом? Можно о футболе, о дайвинге, о путешествиях. Ну, дайвинг я слышала, все да. В порядке, да. Вот все в нем идеально, он еще и дайвер. Ты считаешь, что ты там вообще мега крут, ну, чуть ли не суперстар, но когда с тобой начинаешь общаться немножечко углубленнее, ты все равно не выходишь за рамки своих знаний. Мне вообще фактически по жизни надо просто снижаться. Да! Че кривить душой, да? Я так понимаю, что мы с тобой еще увидимся. И я тебе там, возможно, расскажу больше. Если бы сравнивать Марину с учениками, ну, во-первых, я бы ей дал шанс на пересдачу. Это значит, что, возможно, второе свидание. Я думаю, что у нас будет второе свидание. Мне бы хотелось этого человека удивить. Шокировать. Дивіться далі. Як далеко зможе зайти Марина, аби розбудити в Олексієві реального чоловіка? Поїхали прокатимося. Хорошо. Чому друге побачення пари ледь не коштувало чоловікові життя? У мене починає убирати мозок, потім у мене починає убирати горло. Та що такого зробить Олексій, що доведе Марину до сліз? Не пропустіть! Чи можеш поплакати? Ми повертаємося до Івана. 20 років, син багатих батьків. Сів до інвалідного візка внаслідок автокатастрофи. Потребує кохання. Івану цікаві тільки здорові і доглянуті дівчата. Але психологи Борис і Наталя приймають рішення познайомити Івана з двома красунями – здоровою та в інвалідному візку. Перше побачення було емоційно нелегким. Перед побаченням з іншою дівчиною Борис вирішує зустрітися з Іваном. Борис Пахоль – найпровокаційніший лайф-коуч України, який ніколи не зупиняється на півшляху. Самая большая ошибка – это бездействие.
В твоих словах, еще когда мы в первый раз общались, mm-hmm. было очень много обиды, агрессии, очень много какой-то невыведенной такой вот неотреагированных эмоций. Чувство того, что тебя бросили, оно присутствовало всегда. Это тоже был такой кусочек того фундамента, который заложила мне какую-то ненависть к людям. Ты начинаешь сейчас выпендриваться. Я не буду, я испачкаюсь. А я не испачкаюсь. Все, я понял, не буду тебя больше уговаривать. Ты по-любому сейчас останется ждать меня на жаре. Если не вывести то, что было с тобой раньше, то оно будет преследовать тебя практически всю жизнь. И будет так или иначе влиять на твои взаимоотношения с девчонками. Мы сделаем небольшой такой психологический эксперимент. Это не просто бутылки, то есть мы попробуем написать значимые для тебя слова, значимые какие-то ситуации, с которыми бы ты хотел расстаться. Попробуй вспомнить сейчас вот самую сильную обиду, которую ты испытываешь на данный момент. Я лежал при смерти шестой день. Ко мне пришел человек, я не знаю, врач он, не врач он. Он сказал так, сейчас нужно в течение полчаса 4 литра крови. Это стоит 40 тысяч гривен. Если мы ее не находим, вам придется искать крышку. Знаете, что такое крышка? Когда человек умирает, его закрывают крышкой. Мне нашли эту кровь, нашли все. И прошло не час, не два, не три. Прошли сутки. Сутки меня еще продержали. Но этот человек сказал мне прямо в глаза. Максимум час или ищите крышку. Мне хотелось встать и просто его не то что убить, а просто взять, поломать ему спину и положить его на свое место. И сказать, ляж тут, и сейчас я тебе повторю то, что ты мне сказал. Не спеши. Помни все, что ты вложил туда. Вспомни те эмоции, которые ты переживал. Давайте эту бутылку сделаем нашему государству. Для таких, как я, в этой стране ничего не продумано. Как я могу пойти в туалет, если там проход 32 сантиметра? Минимальная коляска в Европейском Союзе – это 40. Это когда вы просто идете, красиво одеты, и вам протаскивают рубль. Это не то, что унизительно. Это просто вас закапывают не то, что в глину, в асфальт. Видите, я ру ваш ломастер. Просто я ру. Я не знаю почему, но я его ру. Чувство ненависти. Вот что это означает. Давайте будем за девушек, которыми мы воспользовались. Понимали, что мы можем оттуда вытянуть все. Все по максимуму. У меня была цепочка, у меня было все остальное. Так видите, у меня ее сейчас нету. Где она делась? Она в той бутылке. Попробую оставить это все в последнем выстреле. Это сложно. Я попробую. А там же как получится. Просто выведи это и оставь это там. Ты обязательно найдешь девушку, которая тебя полюбит, которую ты полюбишь. Давайте поставим два патрона, наверняка. Что это значит? Это значит, один разбиваем бутылку, а другой просто-напросто добиваем ее. А можете сверху поставить? Пускай оно будет выше всего, потому что мне нужно еще жить и с кем-то содержать семью. Попробуй вложить в этот выстрел вот все то, с чем ты на самом деле хочешь расстаться. Останется место для чего-то прекрасного в жизни. Для радости, для любви, для новых отношений, для чувств.
Это было сложно, но мы это сделали. Что ты чувствуешь? Облегчение. Где? Реально тут. Не в бутылках, не в общении. Тут. Спасибо. Это была не просто стрельба. Просто стрельба, это была стрельба по шарикам в тире, в парке. То, что делал я, это было очищение души. Просто шел оттуда чистый. Реально чистый. Наступного дня Іван зустрічається з дівчиною, яка так само, як і він, пересувається на інвалідному візку. Для Вані це повна несподіванка. Як він відреагує на такий сюрприз, не знає навіть Борис. Я попробую розкрити всі карти. Ми з Наталією дуже довго сумнівалися, хто тобі потрібен. Ване было бы полезно попробовать построить отношения с девушкой, которая пережила такую же боль, как и он. С другой стороны, здоровая девушка сможет дать ему мотив встать на ноги, мотив продолжать бороться со своей болезнью. Я думаю, что стоит его познакомить с двумя девушками, и уже пускай его сердце делает выбор. Пришли к тому, что тебе нужно дать два шанса. Познакомить тебя еще с одной девушкой. Но есть одно «но». Это девушка на коляске так же, как и ты. На первой встрече ты сказал, что категорически не хочешь человека с похожей проблемой, как у тебя. Не то, что мне это не нравится, просто это будет неудобно и мне, и этому человеку. Я хочу жить, развиваться, зарабатывать. Ну, а если это любовь? А если это будет чувство, если это будет любовь, тогда уже, я думаю, придется все-таки искать какие-то выходы из ситуации. Меня зовут София, я из города Хмельницкого. Я веду полностью 100% активный и полноценный способ жизни. Я с 13 лет занималась гандболом. Мене запросили на всеукраїнські шкільні змагання. Ми чекали другий тур. Ми перебували в палаці. І ми почули, що від керівника, що буря. Дівчатка, вибігайте, ми підемо в сховище, тому що дуже сильна буря. Я ще шукала тапочки свої, і того останнє вибігала. І зламалась верхівка дерева. І так сталося, що саме на мене впало дерево. Повністю на спину, на хребет. Взагалі не знала, чи виживу, чи не виживу, тому що я 10 днів була в реанімації і не приходила взагалі до тями. А коли сказала, що перелом і ти не зможеш ходити, я довго не вірила. Я до останнього не усвідомлювала, чим це може для мене потім повернутися. На колясці я вже 6-й рік. Я навчаюсь, у вільний час я гуляю з друзями. Я не хочу відмовлятися від життя, тому що я перебуваю на колясці. Я це сприймаю лише як тимчасовий вид транспорту мого. Саме з цією оптимістично налаштованою дівчиною Ваня матиме можливість знайти своє щастя. Це Соня. Це та дівчинка, з якою я на морі. За іронією долі, Соня виявилась тією самою дівчиною, яка 2 роки тому розбила Вані серце. Був такий опит, коли я був на морі, я там познайомився з дівчиною на коляскі. Не вийшло. Я йому одразу сказала, що в мене є хлопець, а він запропонував бути друзями. Кожен день ми з ним бачилися. Тобто я влюбився там по уші в цього чоловіка.
это было 2 года назад. Все, после этого мы не общались и больше не виделись. Вот с этим человеком мне будет легко. Ну ты рад ее видеть, на самом да, деле? Да, очень честно, рад. Вот честно, я вам клянусь, честно. Сонька, иди сюда, солнышко. Слушай, она прикольная. Она очень красивая, очень. Она нереально красивая. Я впізнала Ваню уже десь за 200 метрів по силуэту. Мне, если честно, такой, знаешь, устал, можно расслабиться. Недавно еще зустрілися. Привет. Это тебе. Спасибо. Ну, я понимаю, что вам есть о чем поговорить. Я вас оставляю. Пошли. Я был настолько рад, что когда я встану на ноги, это будут те же самые эмоции, те же самые чувства, когда едет эта девушка. Судьба. Может, судьба, согласен. Все может быть. Давай за встречу. Давай. Зараз. Я рад тебя видеть. Взаимно. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Девушка, можно вас? Поставьте где-то там цветы, мы потом заберем, потому что они падают и разливаются. Кошелек соберу. А давай ты, мужик. Да, давайте стол поміняю. Ані Ваня, ані Софія поки що не розуміють, чи доброю, чи поганою прикметою були квіти, що впали. Ваня, не затягуючи, переходить до найбільш хвилюючих його питань. Що там була? Ми з Владом не зустрічаємося. Ми вже рік. Рік? Як не разом, так. Да. Мені стало одразу легше. От, от то, чого я ожидав. І ще якісь відносини після нього були? Ні, поки не зустрічалися. А в тебе як на особистому фронті? У мене місяць-два, тобто максимум там три. Серйозних не було? Ні, абсолютно не було. Чоловік або хотів мною чим-то використовуватися, або просто йому було скучно, і він хотів спробувати, як це, що це, тобто інтересно, знаєш так. В тебе є зараз людина, яку ти можеш назвати другом? Ні, ні. У мене нету друзів абсолютно. Мені одразу, коли приходять якісь гроші, то есть, ну, одразу мої друзі говорять, поїхали туди. Во всьому, ну, розплачуюсь я. Люди привикають до того, коли Ваня, ну, починає їх, наприклад, притягувати лише грошима. За все, то есть, в принципі, розбираюсь во всьому я. Ну, от чесно сказати, Ваня, в цьому винен ти сам. У мене у друзів нас взагалі нічого матеріально нас взагалі не зв'язує. У мене багато таких знайомих, які просто подзвонити і сказати, що та щось сталося без проблем. У мене є пропозиція. Класно. Давай я тобі покажу, от як я живу повністю. Я хочу тебе познайомити зі своїми покажеш друзями. Мені є. Тут, в Києві. А мої тут? Друзі, да, приїхали сюди, в Київ. Я тільки раз. Все. Давай. Друзі Соні приїхали до столиці на індійський фестиваль Фарб Холі. Зустріч обіцяє бути яскравою. Катя. Ваня, дуже приємно. Женя, приємно. Дуже приємно, Ваня. Дуже приємно, Ваня. Я познайомлюсь. Я хотіла показати їм іншу сторону життя, і що друзі є. І для цього ми пішли на фестиваль разом з моїми друзями. Не важливо, що там буде. Важно, что этот человек будет рядом со мной. В этой хлопце против девочек. Перші емоції, хто кинув і в кого кинути парми. Ми грали краски стінка на стінку. Хлопці проти дівчат. Ну, звісно, виграли дівчата. Yeah.
в ее глазах радость, искренность, и что человеку было приятно, весело. У меня сразу начинает забиться по-другому сердце, сразу, то есть мне хорошо, скажем так. В мене в житті це точно були найяскравіші моменти в мене в житті, я точно можу сказати. Іван із Софією відриваються на повну. Та зовсім скоро станеться те, на що ніхто з них не чекав. Не пропустіть, що доведе Соню до сліз? І чим обернеться для Вані зустріч двох суперниць? Привіт. Ми повертаємося до історії Марини та Олексія. Олексію 39. Проте він і досі не займаний. Я туди не совав. Щоправда, Марина про це навіть не здогадується. У пари вже було одне побачення, на якому Олексій більш ніж вразив дівчину. Води мені на голову налил, капець какой-то. Аби врятувати можливі стосунки, у ситуацію втручається психолог Наталя Холоденко. Наталя Холоденко – психолог, яка чує серцем. Її допомога врятувала від розриву тисячі пар з понад 20 країн світу. Я знаю, як знайти вихід із самої безнадіжної ситуації. Давай прямо сейчас, прямо сегодня начнем разбираться с тем, что ты делаешь принципиально неправильно. Что дипломы – это была ошибка. Когда ты все время говоришь о себе и, в принципе, не даешь сказать ей, однозначно ты перебарщиваешь. Смотри, длина брюк. Да, брюки короткие. Мне в них удобно. Они тебя зрительно делают ниже. Ну, я себя считаю стильным парнем. Я одет как профессор. Брюки – это еще не так катастрофично, как то, что ниже. Я понимаю, да. Это... Что ты понимаешь, Леша? Люди не носят носки с сандалями. Я знаю. Так одевают детей в 2 года. Я очень быстро передвигаюсь. То есть, когда я с голыми ногами, я все время там мировал ноги. И у меня появилась привычка. Да, ты же поменял привычку ходить в штаны, как и все мы. У меня нет опыта подбора стилей, поэтому я решил согласиться. Брюки должны быть светлые. А футболки носишь? Футболки ношу. Сейчас модно, чтобы мужчины носили туфли без носков. Ты иди тогда, меряй свой новый образ. Я думаю, что тебе понравится. А что за... Кто это? Леша, слушай, ну а как ты сам себе? Когда я вышел из примерочной, было состояние гордости, состояние уверенности в себе. Возможно, даже я чувствовал себя мачо. Леша, ну реально ты классно выглядишь вообще. Мне захотелось быть более уверенным мужчиной. И мне хочется, чтобы Марина тебя увидела в другом образе. Но вместе с этим я хочу, чтобы ты тоже приготовил ей какой-нибудь сюрприз. Наступний етап перевтілення Олексія на впевненого у собі чоловіка – вибір інтимного подарунку для Марини. І відбудеться він у цьому магазині. Я предполагал, что это может быть нижнее белье, но я от себя отгонял такие мысли. Это мне не свойственно, и это было вообще в первый раз в жизни. Неожиданно? Очень неожиданно. Никогда в таких магазинах не бывал. Никогда не бывал? Нет. А просто посмотреть, потрогать? Я старался вообще не смотреть на лифчики, да, и трусики, потому что мне было стыдно. Боже, какое грубое они носят, это ужас. Грубое? Так это же косточки, они держат грудь, Леша. Косточки, да. Такое белье я бы в жизни никогда не носил, потому что оно достаточно жесткое. Мне, например, бюстгальтеры вообще, вот я сейчас их в первый раз в жизни, реально, то есть за 39 лет я потрогал, они мне совершенно не впечатлили. Ты боишься их потрогать? Почему? Не знаю. Ты боишься, кто-то тебе даст по лицу, сейчас такой лифчик тебе по лицу шлейки, хрясь, да, что ты меня трогаешь? Может быть, да, может быть. Потом я все-таки себя преодолел, посмотрел на это все, даже потрогал. Стринги. Чтобы можно было попу сразу там. Попу сразу это ну, что? Ну, я чтобы попа была сразу видна. Да. Только не на себя.
математическая логика в данном случае закипает. Это на глаза, подержи, что ли? Повязка на глаза. Пеньюары. Чтобы мужчина, как говорится, не сразу все там видел, вот, ну, как-то привыкал, да, психологически к тому, что будет секс. А здесь, так, знаете, вначале как будто скрыто, да, но есть какая-то тайна. Вот, наконец-то ты понял истинную функцию женского белья. Это круто. Да. На знайомство із жіночими мережевними таємницями пішла ціла година. І ось нарешті знайшовся і подарунок для Марини. Є ось такий ось дуже красивий пеньюар. Потрогайте. Заворачуємо? Так. Да. Ми вибрали красний, оскільки чорний для мене – це цвіт тауру. Я уверен, що ми подобрали правильний розмір. Я считаю, что ты сегодня прекрасно выполнил свою задачу. Попробуй еще как-нибудь зайти в отдел женского белья и... Стать сразу плохим мальчиком. И стать плохим мальчиком, это точно. Як сприйме Марина такий доволі особистий подарунок, Олексій дізнається зовсім скоро. А просто зараз на нього чекає друге побачення. Цього разу місце зустрічі обирає Марина. У меня было впечатление, что на следующее задание он придет просто в шерстяных носках. Потому что похолодало же. Целью второго задания, наверное, все-таки было сделать из него мужика. Когда она подъехала, я увидел ее внешний вид и сказал: о-о. Неожиданно. Привет. Привет, привет. Сумка в виде гроба. Внешний вид девушки неформальной, которая любит раскованность, тусовки, громкую музыку, что для меня не свойственно. Поехали прокатимся. Хорошо. Поехали. Изменил свой лук, то есть полностью изменилась одежда. Ну, знаю тебе сказать, что с последнего нашего свидания ты довольно-таки видоизменился. Да, кардинально. Причем, да, блин, кардинально. Олексію таки вдалося вразити Марину. І зупинятися він не планує. На жінку чекають вражаючі подробиці особистого життя Олексія. Девушка, случайно познакомились через интернет, она пришла, а она оказалась косоглазой на два глаза. То есть у нее глаз глядел вниз, а другой глаз глядел вверх. Вот, после катания на квадроцикле мне показалось, что глаза у нее выровнялись. Да ты монстр! На першому побаченні Марина дізналася про Олексія геть усе. Настала черга і Олексію познайомитись із захопленням Марини. Що чекає на нього сьогодні? Їзда на шаленій швидкості. До старту необхідно підготувати машину. Тому Олексію довелося зачекати при дорозі. Хіба ж знала Марина, чим обернуться ці кілька хвилин очікування? Я його оставила на дорожці. Говорю, тихо, сюрпризик. Постой, мальчик мой, я пойду посмотрю трассу. Буквально это там, может, 5 минут должно было занять. Сначала было все хорошо. Один стою вот на дороге и жду. В этот момент нашли тучи. Когда пошел дождь, я искал варианты, где бы укрыться. Когда я подъехала обратно... Слава богу, блин. Началась такая муть. Дождь начался и все. То есть сначала мелкие, мне холодно. Мне очень холодно. Ты меня оставила, я хотела бежать. И вообще, я не понимаю, что делать. У меня дрогнет организм. То есть у меня уже сейчас садится голос. Оказывается, это чувак, который боится элементарно дождя. Мой внутренний ребенок, он вообще не переносит дождь, он всегда болеет. А реально после такой погоды я лежу с температурой 39. Реально мне сейчас хреново. Его прорвало. Мне холодно, и я умираю. У меня начинает умирать мозг, потом у меня начинает умирать горло. Я не могу разобраться, почему это происходит. Я ты же понимаешь, что по физиологии это невозможно. Ты сам себе это внушаешь.
Не знаю, да, я себя чувствовала каким-то Кашпировским, который просто вот таким вот образом, там, понимаешь, его там вогнал в транс, и вот он сидел, перебирал ручками, прошел воспоминания там от 39 лет там до 20, потом от 20 до 12. Это было 9 лет. Мама меня впервые повела в бассейн, и я там плаваю. Мне становится холодно. В конце концов, я выхожу из бассейна, меня просто колбасит. То есть мне было уже холодно. Что себе. Она устроила скандал всем. Она сказала, что сволочи. Они говорят, а у нас все дети нормально плавают. Ваш сын какой-то ненормальный. Вот, я слышу слово ненормальный. Потом я лежал вот с температурой 38. Когда мы дальше разговаривали с Мариной, именно вот ребенок и превалировал. Эта ситуация достаточно для меня сложная, что я просто не знаю решения проблемы. Проблема у тебя в голове, Леша, понимаешь? Причем она у тебя реально ярко выражена. Я реально понять не могу, каким макаром ты вообще с ней живешь. Как? Как вообще? Я в шоке. Что я считаю? Идем на улицу. Обалдеть! Любой дождь, вот такое он за собой ведет. Ну да. То есть нет ничего плохого в дожде. Плохое в данный момент только у тебя в голове, не более, не менее. После вот этой вот простой, элементарной, мальчишеской истерики у меня в машине, я поняла как бы, что то был образ, а вот Леша настоящий. У тебя нет ничего, кроме твоих дипломов и кармы. У тебя внутри не мужчина, у тебя мальчик. Обиженный мальчик, без внимания. Ты сам не хочешь с этим бороться. Получается, 39 лет я не жил, я умирал. Теперь хочется жить. Поехали, прокатимся. Поехали. Потом поехали кататься. Когда Марина впервые газанула, мне было очень страшно. Для меня это был ужас, сковывающий меня полностью, сердце, мозг. Ты бы пристегнулся. Штевать будет, дай Боже. У Алексея были просто безумные глаза. Он схватился за ручку. У тебя уже даже рука побелела, та, которой ты взялся за ручку машины. Мне может быть страшно, но я себя преодолеваю. Внутренний взрослый еще не дал понять, что он есть, что он достаточно крутой, что он может иногда просто стукнуть по столу и сказать: так, Марина, я мужик. Круто! Он кричал от страха, или для того, чтобы как-то сбавить напряжение, или для того, чтобы что-то мне там показать. Я не поняла. Любой страх, он преодолим. То есть вот ты со мной покатался сегодня, да? Да. Ну реально, обоссался, взял себя в руки. Да. В чем проблема? Блин, надо жить! Я смотрел в ее глаза, и я ей полностью доверился. Как ребенка. Після пережитих стресів Олексію вкрай необхідно перепочити. На свіжому повітрі Марина дає чоловікові передихнути і знов рішуче береться за з'ясовування подробиць із життя Олексія. Тільки тепер інтимних. Як у тебе реально з жінками відбувалася ситуація, ти мені об'ясни. Ти цілуватися вмієш? Да. Это радует. Дальше. Мы просто обнимались, целовались, и я ее провожал. Все было отлично. А вообще секс был? С сексом проблемы. Либо я встречался, целовался, и она была научный сотрудник. И там очень сложно. То есть там нужно было мне проявлять инициативу. Если она научный сотрудник, это не значит, что с ней может быть секса. Не, ну с ней может быть, но дело в том, что... То есть у тебя вообще его не было? Я бы сказал, что как бы я начал, но не закончил, и причем... Да или нет? Нет.
Мне вообще было нелегко признаться. Я считаю, что это моя глупость, моя ошибка в жизни. Были моменты, когда хотелось там сбежать, хотелось это. Я просто брал топол и говорю, блин, ты мужчина. И все. Я брал топол. Топает ребенок. Это тот, который, мама, я хочу конфету. Я понял, что и в сексе то же самое. Внутренний ребенок. Это просто для него ненатурально заниматься сексом. Ребенок не может заниматься сексом. Вот этого ребенка надо просто взять, убаюкать и уложить спать. Его надо убить в себе. Убей нельзя. Себе ребенка. Убей ребенка в себе. У тебя... Тебе 40 лет, ёканый бабай. Ребенка нельзя убить. Все да же... надо его убивать. Все в твоем живут. Случае у тебя не будет ни семьи, ни детей, никогда, если ты ребенком останешься. Идем. Нас ждет продолжение. Идем. Ну, это же элементарно. Человек ни разу в жизни не видел секс. Тут надо было показать, как это происходит в жизни с нормальным живым человеком. Марина, вочевидь, завоювала авторитету Олексія. Він покірно, без жодних вагань, йде за жінкою. Пара прийшла на досить незвичні курси, які Олексій точно не закінчував і, скоріше за все, навіть не здогадувався про їхнє існування. І назва цим курсам «Імбілдінг». Когда я узнал, куда я попал, ну, во-первых, мне было интересно, любопытство. Здравствуйте. Здравствуйте. Была возможность тактильного контакта у нас с ним. У него бы там не было вариантов, понимаешь, убежать. Чи зможе Марина позбавити Олексія незайманості? Чому побачення пари закінчиться сльозами жінки? Та яке рішення кожен із них прийме на фінальній зустрічі? Ми повертаємося до Івана Чеповді. 20-річний син багатії усів в інвалідний візок після страшної аварії. Машину, виходить, розвернуло, просто-напросто її унесло. Мені розірвало спину. Психологи Борис і Наталя влаштовують йому дві зустрічі із двома різними дівчатами. Перше побачення було зі здоровою дівчиною. На друге до Вані з'явилася дівчина, яка так само пересувається на інвалідному візку. Така небажана Ваною зустріч із дівчиною-інвалідом виявилась щасливою. Сонька, йди сюди, сонечко. Ваня разом із друзями Соні вже відірвались на фестивалі Холі. Насичений яскравими емоціями день, хлопець вирішив закінчити романтично і запросив Софію на берег Дніпра. It's like a river. Я припаркуюсь там. Звісно. Да. Тебе нравится? Дуже. Чесно? Чесно. Я навіть Києва просто, знаєш, ніколи з цієї сторони не бачила. Я старався. Нереально просто. Давай в цю сторону. Ти думаєш, якщо так? Ні-ні-ні, туди-туди. Что такое, Соня? Я боюсь. Чего ты боишься? Я боюсь пробки. У меня просто за тест, знаешь, ну, лоб. Скажем так, в лоб, да, майже. Я просто удержу руки, хорошо? Переживаю за те, чи зможемо стати з ним більше, чим друзями. І як будуть розвиватись наші відносини. Ми з тобою от, знайомі, да, як друзі, як знайомі. Ніколи не розглядала, да, один одного, там, як хлопець. Стоп. А знаєш, чому ми це не робили? Не розглядали, тому що я була в стосунках, правильно? Продовжуй, з моєї сторони так, негарно, і з твоєї сторони негарно. І коли тебе побачила, от, я от задумалась про те, от, чи ми зможемо. От ти мене привик бачити, да, там, як Софія, друг. Я тебе як Ваня. Зовсім не так. Ти не права зараз. На данный момент я смотрю на тебя, ты тот человек, которым я хочу быть. Но то, что у тебя есть мысль, мы с тобой общались как друзья, и мы сейчас с тобой сидим как друзья. Я не сказала, что мы сейчас сидим как друзья. Это неправильно. Я говорю, что мы дивились один на одного завжди как друзья. И вот, чтобы что-то больше, мы с тобой просто даже никогда не говорили про это. Когда мы говорили? Мы это не говорили, но я тебе это, в принципе, пытался доказать. Сколько раз я говорил, что Соня, ты красивая, Соня, ты мне нравишься там. Ну, ты бы о чем сказал, что они красивые? А знаешь, чому? Чому? Чтобы твой мальчик не начал ревновать. Тут мы сидим в каком-то определенном ресторане, подходит у нас официантка, да?
Я начал казати, ви красива, ви приятна, там, да, було таке? Так, було. Спеціально для того, щоб твій бивший мальчик не дивився на мене, як на свою грозу. А що після того, коли ми з ним розсталися, нічого не писав? Я не знав. Не казав. Я не знав об этом. То, що ми зустрілися з тобою тут, якийсь знак, який очередний раз підчеркує то, що це твій чоловік. Це той чоловік, який тобі нужен. Как бы это громко не звучало, ну, это ты, и мы сейчас с тобой снимем. Мне казалось, что он был щирый на 100%. Я бачила, как он просто хвилюється, и это хвилювання передавалося мне. А тебе подобається? Как хлопец? Чесно, подобаешься. А как батько твоих детей? Як батька моїх дітей, я ж тебе не розглядала. Ми бачились 2 роки назад. І тут ні, це не важно. Просто щас. Як батько твоїх дітей. Це може бути людина на колясці? Може бути. Чого би ні. Я так само на колясці. Я дуже переживав, але старався сказати щось. Очень-очень серьезно. Сонь, я тебя люблю уже 2 года назад. С того момента, когда мы с тобой познакомились, когда я тебя увидел, ну, я сразу понял, что это мой человек. То есть, это тот человек, с которым я хочу жить. А вот не боишься вот как-то помилитись мені? Может, ты знаешь? Бояться? Ты некогда бояться. Сейчас нужно делать такие решения, которых ты никогда в жизни не будешь жалеть. Солнце, реально. Чесно, мені просто перший раз, знаєш, таке говорить. Я не знаю, що казати. Помоги зараз. Я пішов в банк. Дай руку. Того чоловіка я не збираюся відпускати, тому що це просто той чоловік, який мені потрібен. Ваня, давай зробимо так. Просто, ну, знаєш, для мене обручка багато чого важить. Я подумаю до завтра і тобі скажу. Давай, завтра ми зустрічаємося, і ти мені говориш. Тобто, да, ні. Согласна? Чесно, взагалі, ну, в шоці. Від всього в шоці. Але я не знаю. Дуже багато інформації, мені просто треба от, ну, подумати. Щоб, ну, не обрати ні себе, ні Ваню. Я навіть, ну, не те, що не збираюся, я навіть не хочу. Навіть на маленьку-маленьку частичку пускати в себе те, що вона може сказати «нєт». Это человек, тот, который мне нужен, и я не собираюсь задумываться о том, что, а может быть, нет, не может быть, все будет хорошо. Настав день, який поставить крапку в неймовірній історії Вані, що шукає своє кохання. Может быть, что угодно, но я не жалею о том, что я сказал, и не отказываюсь от этих слов, это 100%. Наталя Холоденко та Борис Пахоль вже чекають на Івана. І на 2 красунь, що ходили з ним на романтичні побачення. Першою на місце подій приїхала Софія.
Доброго дня. Як себе почуваєш? Чесно, дуже схвильована. Про побачення, розкажи. Коли я йшла на першу зустріч, ну, було дуже багато хвилювань. І тут, коли я заїжджаю і дивлюсь Ваня, мені якось моментально стало тепліше на душі, я стала якось впевненіше. І я знала, що це людина, яка мене розуміє. Ваня вміє робити сюрпризи і приємні дівчині. Це вразило. Приїхала в надзвичайно красиве місце. Я перший раз Київ побачила от з такого ракурсу романтичним, ця річка. Вчора я почула перший раз в житті освідчення в коханні. Сонь, я тебе люблю вже 2 роки назад. І на знак цього він мені дав свою ручку. Чи визначилось ти, що ти йому відповісти сьогодні на його пропозицію? Для себе я ще не знаю навіть однозначної відповіді. Я боюсь прийняти не те рішення, яке заслуговує і я, і Ваня. Ти чарівна. І я бажаю, щоб ви прийняли те рішення, яке буде для вас правильним. Дякую. Тим часом місця подій дісталася Юлія. Її зустрічає Наталя. Дуже красиво виглядаєш. Спасибо, ви теж. Як тобі Ваня? Общення з Ваней для мене було дуже тяжким. Я не розуміла, як себе з ним вести. Він дуже агресивно себе вів, і я не знала, як до нього підійти. Щоб я тебе слухав, тобі довіряв, тобі сочувствував, потрібно постаратися. Считаешь ли ты, что ты сделала достаточно для того, чтобы расположить его к себе и вообще к людям? Я думаю, не совсем достаточно, потому что очень мало времени. С ним нужно намного дольше общаться. Ему нужно привыкнуть и понять, что он может тебе доверять. Было ли что-то, чему ты благодаря Ване научилась? Я научилась ценить то, что я имею. Мы можем ходить, видеть, слышать, говорить. Это уже счастье. Пришло время пройти в комнату вибора. Спасибо большое. Успехов. Юля не підозрює, що у кімнаті вибору на Ваню чекає ще одна дівчина. Та й для Софії прихід Юлії є повною несподіванкою. Привіт. Привіт. Софія зрозуміла швидше, ніж Юля, що означає їхня зустріч. Тобі таке не дарували? Ні, слава Богу. Це добре. Як пройшло побачення? Дійшло і до Юлі. Нікак. А що не так було? Просто мальчик одморожений. Він такий агресивний, він взагалі позитивний. Я ніколи Ваню не бачила агресивним. Мужчина агресивний до жінки. Може, жінка щось не то робить? Ні, це просто мужчина-тиран. Сьогодні Ваня має обрати одну з дівчат. І якщо бажання бути разом буде взаємним, молоді люди обміняються кулонами у формі 2 половинок одного серця. Якщо ж ні, серце так і залишиться нерозділеним. Давай поясні. Я прийшов на проект з таким условием, що я би хотів бачити чоловіка, який фізично повністю здоровий. Это была Юля, то есть Юлю мне предоставили, которую я, в принципе... Что значит, тебе предоставили меня? Ну, то есть... Вань, я тебе что, вещь или что? Может, это мне тебя предоставили? Познакомили. Познакомили? Так выбирай, пожалуйста, выражение. Хорошо, познакомили меня с тобой. В Юле такого самого немає? Нет, у нее нету такого. Не знаю, знаете, мне что, родите, че? Плачь, детка. Ты хочешь мне что-то еще сказать? Да. Ты не уважаешь людей. Ты не принимаешь чужого мнения. Если София там, прошу прощения, она говорит, ты такой хорошенький, ты с ней хорошенький, потому что она делает то, что хочешь ты. Вокруг тебя вот так все ходят, целуют тебя в задницу, а Ваня еще этой задницей повернется и скажет, ты плохая или ты плохой. Удачи, любовь, совет или что там, голуби, короче, мир. Можешь все. Уходить. До свидания. Это не ты мне говоришь. Ты мне говоришь, можешь уходить, тогда я еще буду здесь стоять очень долго. Что значит можешь уходить? Ты думал, сейчас ждала твоего разрешения? На данный момент выбираю я.
А ты здесь, блин, принц или кто, что выбираешь ты? Можно сказать, она точно так же может сказать, тебе сказать так, нет, как и я могу ответ. Сказать точно так же тебе нет. Ты здесь не главный, ты не выбираешь. Мы можем наконец и с тобой жизни попрощаться? Нет, я не могу. Что ты вообще себя возомнил? Ничего, я просто хочу, чтобы да ты наконец-то ушла отсюда. Да мне не надо, мне не важно то, что ты хочешь. Просто ты возомнила себя, я не понимаю кого, что ты здесь всеми распоряжаешься и еще пользуешься своей ситуацией, что вот у тебя там какие-то физические, ты не можешь что-то. Так это не важно. Ты настолько избалованный, понимаешь, что я просто в шоке. А теперь я вам желаю удачи. До свидания. До свидания. Честно, я тоже в шоке. Я бы ее тоже наветримала на побачення, честно. Он, да, у него там какая-то проблема со здоровьем, но он в жизни, он не видел. Он сам не жил, он сам без никого, ничего не может. Это не его коляска, а то, что он какой-то тупой. У меня было столько мужчин, которые хотели со мной отношения, всего остального. Богатые, известные, добились в жизни столько, что этому мальчику и не снилось. И он еще будет мне говорить, что он меня выбирает. Рядом с ним сидит девушка, извините, как лохушка какая-то, сидит и глотает все дерьмо, которое он выбрасывает на другую девушку. Что она такая? Класс! Ну, короче, идеальная пара. Роз'яріла Юля покидає поле битви. Нарешті, залишені наодинці Ваня і Соня можуть серйозно поговорити. Як ти бачиш наше майбутнє? Чи ти його взагалі бачиш? Ну, тобі кажеться, то, що ми обоє в одній і той же самий фізичному состоянии, це буде сложно? Да, я на рахунок цього. Да, це сложно. В принципі, можна жити. Ти ж розумієш, що... Легше було, якби біля тебе була от здорова дівчина. Не то, что легче, комфортнее. Так же самое, я думаю, как и тебе. Я не встретил такого человека. Тебя никто так не поймет, как я, потому что я в таком же самом состоянии. Я вчера просто, ну, долго намагалася зрозуміти, що я до тебе відчуваю, щоб бути чесною з тобою. І? Ти перший хлопець, який мені освічився в коханні, взагалі, в моєму житті. До цього я ніколи не чула такі слова. Ні від кого. How long will I love you? Це дало мені багато сил, впевненості в собі. Тому що я думала, що я такі слова не почую. Я зрозуміла, що можна кохати в будь-якому. Фізичному стані. How long will I want you? Я скажу тобі ще раз, що... Соня, чесно, я тебе люблю. І люблю вже давно. Давай просто мы будем строить отношения и делать все для того, чтобы рано или поздно мы слышали такие слова, как «мама», «папа». Ты готова со мной встречаться, и чтобы в конце концов это закончилось все-таки тем, чем мне бы хотелось. Конкретного решения. Благодаря этому опыту Ваня больше никогда не будет сомневаться в том, что нужно выбирать сердцем. Сердце не обманешь. Я когда видел, как он делал ей предложение, я чуть не прослезился. Ради этого человека я готов чем побыстрее встать, подняться, помочь как-то ей, чем я смогу. И радоваться тому, что вот мы вместе, и мы обои на ногах. Та це ще не все. За мить ви побачите фінал неймовірної історії 39-річного Олексія Митрофанова. Він познайомився із Мариною, яка ледь витримала перше побачення. Бо ти мені на голову налил, капець какой-то. Зважившись на друге побачення з Олексієм, жінка показала чоловікові, що таке шалена швидкість. Блін, треба жити! Почула відверте зізнання. А вообще секс був? Нет. І відвела Олексія на спеціальні уроки, де Олексій вже опановує основи сексу. Представьте собі, що живот підчиняється рукам, і ми робимо видих через рот.
отпустили живот. Я был довольно-таки скован. Мне хотелось расслабиться и получить удовольствие, а с другой стороны, мне было неловко. Пытаюсь пошевелить именно этой мышцей. А теперь пробуем поменять. То сюда, то сюда. И вот такая волна животом. Но я вижу потрясающую вещь. Это, видите, прямая мышца достается вперед. Ну, ты должен быть хорошим любовником. Я удивлена, честно. Я думала, он вообще деревянный. Ну, а тут оказалось, что не все потеряно. Сейчас я расслаблю мышцы промежности. Вы услышите звук, как я воздух буду всасывать мышцами промежности, выталкивать. Я задерживаю дыхание. Это было офигенно. Серьезно. Человеческие возможности, они вообще безграничны. Упорная на ножки. А теперь сильный ха. А теперь попробуй вес то на правую руку перенести, то на левую. Вот так. Раз, раз. Очень полезно для мужского здоровья. Ну, не совсем получается, но ладно. Получается. Получается, получается. Спасибо. Садишься на колени и ножки в сторону, вот помогая, да. Марина меня удивила. Этот человек раскрывается все больше и больше. Такой человек достаточно интересен. Красота! Великолепно! Обратите внимание, какая у нас растяжка. Это просто экзотика. Такие большие глаза. Да, да. Я реально не видела у него за два дня свиданий. Я вас поздравляю. Великолепные результаты. Начинает вот наконец-то появляться той самый внутренний взрослый, который нужен женщине напротив меня. Насичене подіями друге побачення неочікувано перетворило енергійну Марину на романтично налаштовану жінку. Вона запросила Олексія на вечерю в саду. Свічі, фрукти розполагала к довольно-таки чесному, іскреннему общенню. Аби вони з Олексієм стали ближче, Марина підготувала особливе печиво. В кожному папірець із запитанням, на яке можна дати тільки відверту відповідь. Олексій першим проходить перевірку на щирість. Чого ти боїшся більше всього на світі? Я боюсь не завести сім'ї і що у мене не буде дітей. Скоріше всього, я боюсь одиночества. У тебя все будет хорошо, однозначно. То есть по-другому быть даже не может, ты даже не должен настраиваться на то, что может быть по-другому. Из-за чего ты плачешь? Я плачу иногда, когда никто не видит, в подушку. Потому что даже самые сильные люди имеют слабости. Так и есть. Какое у тебя было первое впечатление обо мне? Я даже как бы и не понял, что ко мне подошел тот человек, которого очень долго не подбирали. То есть... Я же такая яркая, представительная. Немножечко пришел в себя и думал, а вообще, собственно говоря, кто ты такой? Тебе подошел человек, и ты хотя бы должен этого человека узнать. Давай, блин, не выпендривайся. Мне захотелось тебя узнать поближе. То есть, что в тебе есть такого, что меня могло бы заинтересовать? Узнала. Прикольно. Тебе копаться можно и копаться, я тебе говорю. Відвертість таки зближує, а ще надає небувалої рішучості. Я тебе хочу подарить маленький, но интересный сюрприз. Это тебе? Открывай. О, боже! Ну, то ли это имбил, я на него так подействовал, то ли... Ну, как-то страшно. Знаешь, это будет круто. Спасибо. Пожалуйста. Я почувствовал гордость, что подарок пришелся в точку. Мне очень понравилось, и это было, ты знаешь, довольно-таки вообще неожиданно.
То есть я понимаю, что эти два дня они были вообще проведены не зря. Ты меняешься. Мне вот понравился вот этот вот образ сильной женщины, которая может все, что захочет. Я думаю, что тебе вот реально нужно, возможно, вот свою силу немножечко, ну, может быть, как и женские хитрости. Ой, я слабая, я вообще ничего не могу, то есть просто их так приунизить. У меня навернулись слезы в тот момент, когда он это увидел, он это почувствовал. Ты слишком сильная, тебе надо быть послабее, тебе надо быть там как-то, возможно, более женственнее. Вот это меня поразило. А давай выпьем за женщин третий тост. Боже, какой милый тост. Спасибо. Вообще допьет стоя. О, боже. Мы с тобой вышли на прекрасную светлую дорогу, которая обязательно нас приведет к цели. А эта цель – вторая половинка. Ничего, можешь попробовать? Я не ожидал, что этот вот кремень, да, вот вдруг расплачется. Ген, я в восторге, честно. Спасибо. Она может быть слабой. И мне это понравилось, и ей это свойственно. Это ее не портит. За очень короткое время мы поменяли друг друга. Та чи буде цього достатньо, аби продовжити спілкування і все ж зважитись на серйозні стосунки? І в Олексія, і в Марини була лише одна ніч, аби прийняти найважливіше рішення у своєму житті. Я готов к отношениям. Для любого мужчины Марина подарок. Да, в цілому мене порадував. Я надіюсь, далі буде краще. Якими будуть відповіді кожного з них, не знають навіть Наталя з Борисом. Наталя зустрічається з Олексієм, аби підвести підсумки після пережитих подій. Леша, здравствуй. Здравствуйте. Чим для тебе стала встреча з Мариною? Взагалі, якоюсь відправною точкою в настоящу взрослу життя. Вот это твоє настоящее переживання во время дождя, оно підтолкнуло к тому, щоб відкритися Марині більше. Мне холодно, и я умираю. Проблема у тебя в голове, Леша, понимаешь? Я жалею вообще, жалеешь, что я раскрылся. Я считаю, что это очень негативная часть моей личности. Ну, приятно тебе было, что когда ты сказал Марине о каких-то своих страхах и проблемах, она не сбежала, а начала тебя поддерживать. Мне было очень приятно. Вот это вот и есть близкие отношения. Вот в этом их смысл. Я желаю тебе сделать правильный выбор, который действительно будет для тебя честный. Олексію доведеться ще трохи зачекати, адже Марина тільки-но приїхала. І перш ніж зустрітись із ним, має побачитись із Борисом. Добрий день. Здравствуйте. Як пройшло ваше общение з Олексієм? Тільки я його побачила, у мене був шок. Ну, сандалии, носки, это просто кошмар. О чем вы подумали сразу? Беги, Марина, беги! Мне стало интересно, а что же будет дальше? В какой момент начало меняться ваше отношение к ним? После дождя. Обалдеть! Любой дождь, вот такой он за собой ведет. Погода в данный момент только у тебя в голове, ни более, ни менее. Он ранимый, ему не хватает внимания. Он не уверен в себе совершенно. У тебя внутри не мужчина, у тебя мальчик. Обиженный мальчик, без внимания. Блин, надо жить! Он будет хорошим отцом. Он будет заботливым мужем. Это тебе? К какому-то решению для себя вы уже, скорее всего, пришли. Ні Олексій, ні Марина й гадки не мають, яке рішення прийняв інший. Срібні колони у формі серця, що ділиться навпіл, символізують бажання бути разом. Якщо Марина та Олексій вирішать іти далі вдвох, вони обміняються колонами. Якщо ж ні, серце так і не розділиться на дві половинки. Ти ще не дуже красиво виглядаєш. Просто тобі йде цей цвіт дуже. Ты тоже вообще великолепен. Волнительно. Волнительный момент. Как бы это ни было волнительно, сложно, да. Я принимаю свое решение.
И оно мужское. Я готов к отношениям, и я делаю свой выбор. Подожди. Возможно, таким основополагающим фактором были твои же слова. Ты очень сильная, тебе нужен мужчина сильнее тебя. Мне почему-то кажется, что ты не сможешь быть сильнее меня. Я бы очень хотела с тобой остаться хорошими друзьями. Ты можешь мне звонить в 3 часа ночи. Да все нормально. Точно? Все нормально, не волнуйся, действительно. Спасибо тебе большое. Да все будет хорошо, я тебе помогу. Я знаю. Заметан? Все будет хорошо. Пока. Мы с Мариной однозначно будем общаться. Завтра моя жизнь будет совершенно другой. Она будет взрослой. Это жизнь. Пусть он начнет новую жизнь снова и станет чистым. Я надеюсь, что мы будем дальше продолжать общаться. И это знакомство может закончиться хорошей дружбой. Дорогие мужчины, и главное, Алексей, ни в коем случае никогда не носите босоножки и носки. Это босоножки. Не носоножки, не носконожки, это босоножки. И то же самое касается шлепанцев.